Куда делаю? Сука, теленок. Ебать, жарко. Жарко-то как? Блять, еще и гарнитура упала. Да? О, можешь это мне говорить, что мне там пишут. Алёша. А. Ну, просто. Просто Алёша? Скажи, я знаю. Скажи, я знаю. Ходячий диагноз. А, микрофон там у меня. Я в гарнитуре-то. Надо у этого чепуха спросить, сколько он планирует вообще мыться. Я не удивлюсь, что он скажет сейчас недолго. Сколько процентов? Блин, 16, надо за зарядкой сходить. Боря, не хочешь за зарядкой сходить? Ну, это понятно. Тебя просить, у тебя ебать проще выпросить, чем дать, сходить куда-либо. У тебя провод тут есть? Какой провод? Ну, на твой телефон. Нет, у меня на том телефоне, у меня же iPhone. Не, у меня просто блок-то здесь готово. Есть. Готово. Готово. Пробой пошел, то, что кофе готов. Прочитай. Блин, сейчас подожди секунду. Просто я только расчехлился, так сказать. У вас, смотри, черепушка мачете въебали. А? Охуеть. Так, прочитаю. Мария, спасибо. Так. Алёша, какашка. Прочитай ему. Какая твоя? Ну, я вообще с этой. Да. Держи. Так, сейчас, короче, секунду. Ну, блин, мне надо за зарядкой бежать, короче. Там телефон сдохнет. Егорка, поправишь мне? Ой, сзади капюшон, там сейчас опять зацепится эта хрень. Блять, ебал что ли? Кого? Кофе. Я? Да. Я вообще не пил еще. Я поставил просто. А, ебать, а я смотрю, блядь, эту не вижу, смотрю, блядь, пол, это пустая стоит. Ну нихуя ты въебал кипятка, блядь. Нет. Блин, в летнее вчера целый день проходил, так вообще огонь было. А ну, сзади капюшон давай, поправь, давай. Зацепляется. Давай. Дом стройте, говорит. Так мы же это, не строители. Ой. О, труп, дружище, от души тебе за вчерашнее. Я только сейчас вспомнил, то, что ты мне там... Телефон, блядь, оплатил, прикиньте. Короче, мы сидели в мультике, и у меня на счету не было там одному этому индейцу позвонить. Ну, на втором номере. Этот мне, блядь, кидает, короче, на симку. Я не помню, или 750 или 850 рублей. Нихуя, нормально. Я охуел, блядь. Мне теперь неудобно, если честно. Так, сейчас я чат прочитаю, камеру переключу пока что. Так, солнце там. Так. Мария, обязательно будем беречь. Приветствую всех. Приветствую. Так, обед. Да-да-да. Руфин. Блять, короче, чат далеко ушел. Очень сильно. Ебал мазут, смотри, он даже на это. Блять, телефон, как всегда, в мазуте в натуре. Весь нефтяре. Ладно.
ради контента можно телефоном пожертвовать. Ну да. Читай лентяй. Я видел то, что там это мне написали, типа какаха, типа Алёша, какаха, что-то какашки, короче, были. Какашка, да, Так, назвали? 13%. А? Какашкой тебя назвали? Кто хорошо работает? Я очень хорошо работаю, но я плохо ем. Я один раз в день ем. Практически всегда. Вот от меня недалеко. А ты откуда? Мы работаем в Республике Коми. Коми Африка. Африка. Ну хули, у нас снег постоянно, Коми Африка называется. Да, я вот какой четвертый день. Я в 4 часа ложусь отдыхать и просыпаюсь. Ну, грубо говоря, в 8 даже там возьмем, если я опаздываю чуть-чуть на работу. Ну, минут Задерживается. на, да. Это, начальство не опаздывает, начальство задерживается, как говорится. Я вообще не пью. Я за ЗОЖ. В Казани кто меня будет там кормить? Все это звучит, знаешь, так это. Типа, я боюсь за себя. В Казани А, вкусная ты кухня. только. Ну ладно. А Казань где? Далеко? Казань это, блядь. Километров 800 отсюда. А, нет, Пизжет, Сыктывкара. Я с подругами. Хуя себе, Сыктывкара. вот это предложение. От Сыктывкара? Километров 800 где-то. Так это рядом, Сыктывкар, тут что, 300 Я километров. ездил в Сыктывкар, я ездил в Чебоксары за Я тоже машиной. в Сыктывкар ездил. Да я жил там 12 лет. Нихуя ты, блядь, молодец. Так, пошел я за телефоном, короче. Ну, так. А, труп. Что-то, блядь, я пропустил звонок. Сейчас я за зарядкой схожу, а то у меня телефон умрет. Привет. Здоров, здоров, заебал. Я говорю, вначале я 150 рублей тебе скинул, ты говоришь, блядь, у меня тариф, блядь, 850, нахуй, я тебе потом еще 700 закинул, блядь. А, ну вот, да, у меня интернет появился, и этому чепуху, короче, или звонили, или что-то там делали, я уже не помню. И ты это, у Ванька, походу, брал? Да, у Ванька ты телефон брал. Нет, это у меня аж 3 телефона было, я один Богдану продал, а 2 у меня осталось. А, ну ты получается вот с этого эфир вел, с другого, который у тебя МТС, ты получается хотел ему позвонить, у тебя денег не было, короче, ты позвонил с другого, третьего нахуй. А, да, точно. Не Ванька, а этого Артура, по-моему. Как, не помню. Кто-то был еще с нами. Ну ночной пумбурщик с тобой был, Да, мы да, вдвоем да. сидели. Сейчас. Смотри, где у меня зарядка валяется вообще в шпильках, блядь. В мазуке. Сука. Страшно ее даже брать. Все, вы что, сделали, нет? Да, все, короче, допустились. Вон, видишь, стоит блок уже, все, ролики качает. Вон, циркуляция, горячая вода. Сейчас попробую кипяток или не кипяток. Короче, вот эта пика греет, короче, воду тут, понял? Тасом, короче, качается в скважину. Вон, шланг, видишь, подбитый. Пошло. Вот это обратка, короче. Мы должны тут, ну, горячую воду поймать. Ну вот она еле-еле теплая. Вот тут кипяток был. Ну, сейчас тепленькая чисто. Гробит свое здоровье. Я у тебя, блядь. Я в Шлангов 11 пиздец, заходил, но в 9 по тому времени, блядь. Ебать, 800 человек почти сидело, но. У меня? Угу. Я не видел этого. Да вот, 2 часа назад. 2 часа назад. А, ну, возможно, я не знаю. У меня собираются ребята, бывает, короче, больше тысяч. Соответственно, больше этих каких? Боты, всякая вот это. Типа перхоть. Я ботов перхотью называю. Как-то так. Народ, кто пополнит, хочет, подписывайтесь на меня, пишите в личку, пополняю по 1,8. Минималка 500 рублей. Я не пойму, ты чё, барыга,
тут устраиваешь у меня? А? Чтоб тебе подарки дарили, блядь, не просто так сидели. Так нет, зачем, ну, типа, не обязательно ну, подарки дарить, может, я люблю, когда и пишут. Типа, ну, блядь, подарки-то, это уже по желанию. Я никогда никого тут не прошу ничего. Барыгу намыло, блядь. Барыгу, да, барыгу намыло, согласен. Егор, дай сюда повешу, это мне нужна зарядка. Вот сюда встану. Сейчас, короче, блин. Буду размазывать. Анька, короче, пошел вечером, увидимся. Ну, давай. Ты работаешь, да? А работать пошел. Ну, давай, хорошо. Блять, ты прям. Продажи. На органы, да. Оп. Отлично. Так, все, кофе тайм. Сигаретка, мигаретка. И айда-райда дальше работать. А сколько время? Половина. Какого? 15. Половина, а, ну да. Так, в принципе, на обед.